А у вас есть доверенность на право подписи от данного предпринимателя? Я вам ничего и не подписывал, Никита. Не подписывали, а принятие сервисной на диагностику, разве бумажку? Ну, нет такой бумажки. Нет такой бумажки? У меня на видеозаписи есть такая бумажка. Ну, ее да, фактически нет, как я могу сказать. Фактически нет. А где она? Она же была. Не знаю. Ну вот вы сами смеетесь. Ну да. А почему вы смеетесь? Я имею такой право. Ну что, врете? Нет. У меня на записи есть, как вы забрали мне эту бумажку из рук. Хорошо. Также у вас на записи, наверное, есть о том, что вы эту бумажку мне забрали из рук. Саш, ребята наверху звали, поднимите, пожалуйста. А, хорошо. Давайте. Ваша должность, фамилия, имя? Хорошего дня вам. Он отказывался деньги возвращать, вы сказали, что вернете деньги. Соврали мне. Не снимай, пожалуйста. Это просьба или требование? Это мое сейчас требование к вам, потому что оно рядом с вами. А на каком основании вы имеете... Не снимайте меня и клиента. Вот ее муж. Не снимайте, пожалуйста, еще раз. Я ее не снимаю, я снимаю магазин. Ну все, молодец. Снимай магазин дальше. Че на ты? Ты мне тысяч, тебе не Иван Фомыч. Но вы, пожалуйста, уважительно. Альфа? Сбер. Где сам телефон? Я вызвал. Я вызвал, еще повторно вызвал. Они ж не приезжают, пока к вам не уйдет. Thank you.